Доброе утро, Бек. Бек не был ни домашним питомцем, ни дворовым псом. Держи, дружок. Его хозяином был судья округа Санта-Клара. Куда прешь? Держи, дружище. Нет, простите. Простите, ради бога. Просто избалован. Он по-доброму. Буди девочек. Прячьте мясо! Сегодня ты должен вести себя примерно. Бек? Это ж моя. Ну, спасибо. Во что он не верил так сильно, как в тебя, Бек. Я тоже поверила. Налево! Ну! Налево! Нет, 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 нет! Быстрее, Бек, не останавливайся! Да, вот так! Нет, 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 нет! Мне нужно отправить весточку жене. Надо было приносить раньше. Я долго искал слова. Научишься читать и заменишь перо. Спасибо, что остановился. Ну, в путь! Готов, Бек? Вперед! Мечтал о местах, где никто не бывал. О диком крае. Поедем? Ты да я. Поглядим, что там. Что скажешь? А это вечный край. Молодец, Бек, но надо вот такие. Легенда не врала. Сходи, проверь. Иди. Да иди. Oh!
будет свободен, он сам себе хозяин. Теперь он услышал зов. Зов предков.